Ола, амигос, на связи Матвей. Да, наконец-таки я приобрел себе нормальный игровой компьютер. Чтобы вы понимали степень моей радости, я еще никогда в жизни не имел своего нормального игрового компьютера. Максимум, что у меня было, так это пару макбуков не первой свежести, которые еле-еле тянули 60 FPS в CSGO. Ну вот, все же я собрался и наконец-таки, у меня есть нормальный компьютер, в котором я могу спокойно поиграть в любые игры, о которых я так давно мечтал. Всю мою жизнь я сторонился как-то темы игр на компьютере и того всего, потому что мне просто было не на чем играть. У меня была только PS4, оригинальная, купленная в 2014 году, на которой я и то достаточно редко играл, из-за того, что родители не позволяли, да-да. Ну вот, времена меняются, как и я сам. Ладно, думаю, вам уже надоело слушать мои эмоции. В общем, в сегодняшнем видео я хочу вам поподробнее рассказать, что за компьютер я себе приобрел, какие в нем комплектующие, как этот компьютер тянет разные игры, ну а также обсудить, что будет с мобильным Fortnite в дальнейшем на моем канале и много чего другого интересного. Не хочу долго тянуть, так что если вы впервые на моем канале, если вы так же, как и я, играете в Fortnite Mobile, даже если вы играете в Fortnite на любой другой платформе, обязательно оформите подписку. Тут вы найдете лучший и единственный контент по Fortnite Mobile во всем СНГ. Бла-бла-бла, лучшая поддержка для меня это мой тег Automotive Car в вашем ежедневном магазине Fortnite. Обязательно вводите и покупайте исключительно Steam. Также вы можете делать скрины ваших покупок с моим тегом и добавлять их в специальный альбом нашей группы канала ВК, ссылка в описании. Ну или в наш специальный канал на нашем Discord сервере, ссылку на него вы тоже найдете в описании. Таким образом вы сможете попасть в ролик, как и следующие ребята в конце видео. Я не могу ждать, давайте уже перейдем к моему компьютеру. Короче, принял решение отключить микрофон и взять телефон в руки, чтобы вам было максимально удобно показывать мой компьютер. В общем, на данный момент примерно так выглядит мой сетап. Здесь я играю, записываю для вас ролики, в общем, делаю абсолютно все для своего канала. Как вы можете заметить, здесь есть вебка на мониторе, самом монитор, кстати, 144 Гц, мы об этом поговорим чуть позже. Наушники, клава, мышь с ковриком, микрофон, штатив, на который я записываю ролики, MacBook, чтобы во время игры отвечать на сообщения ВКонтакте, также беспроводная зарядка для телефона, также будильник и часы, все в одном. Системный блок находится внизу, там еще какая-то фигня для того, чтобы не было перепада напряжения и компьютер не сгорел. Ну и также Baby Yoda с Мандалорцем тоже на столе у меня стоят. Офигенное супер-мега-дорогое геймерское кресло, на котором я сижу, ну а также свет, который я использую для записи видео. Предлагаю начать сначала с аксессуаров к самому компьютеру, а именно с монитора, наушников, мыши, клавы, ну также микрофона. Точную модель моего монитора я не помню, но могу сказать точно, здесь 144 Гц, то есть в Fortnite я играю спокойно в 144 FPS. Кстати, вот сам Fortnite. Наушники Razer Kraken Pro, которые я еще использовал когда-то для записи видео на свой канал, потому что здесь есть встроенный микрофон, вот, но так-то они хорошие, для игр использую, в общем, удобно общаться и звук великолепный. Веб-камера дешманская, ноунейм, не помню, подогнал друг, в общем, я не веб-кам-модель, мне веб-камера особо не нужна, так что как бы все равно на нее. Клава, как и мышь, как и коврик для мыши у меня от компании Red Dragon. Не знаю, насколько это хорошее оборудование, потому что человек, который никогда в своей жизни до этого не имел своего нормального игрового компьютера, точно сказать вам не могу. Я как по аксессуарам, так и по комплектующим абсолютно ничего не понимаю, так что обязательно пишите в комментариях, что вы думаете по поводу Red Dragon, может у вас есть аксессуары от Red Dragon, не знаю. Ну а так чё, клава прикольная, вон тут даже цвет подсветки меняется, кнопки нажимаются, в играх спокойно бегаю и стреляю, так что ничего плохого сказать не могу. А теперь предлагаю перейти к самому интересному, а конкретно к комплектующим, вообще, что находится в этом системном блоке, что он из себя представляет. Ну, начнем с того, что я очень сильно парился с тем, чтобы было нормальное охлаждение у компьютера, я не хочу, чтобы моя хата сгорела, поэтому здесь есть два вентилятора, и там тоже есть. В принципе, конкретно к дизайну этого ПК я не придираюсь, потому что, как видите, у меня стоит под столом. Я на него редко смотрю, но выглядит достаточно солидно. Особенно вот эта вот прозрачная перегородка из стекла. Мне нравится. Она такая пластиковая, но
Че, прикольно, можно посмотреть, что там внутри. Я точно помню, что здесь 28 гигабайт оперативной памяти, а другие комплектующие я не помню, так что давайте-ка мы это сейчас посмотрим. Че, по процессору здесь стоит AMD Ryzen 5 3600X 6-го поколения. Не знаю, там я не шарю особо, как-никак, если игры тянет, то мне нормально, в принципе. Видюха здесь стоит Radeon RX 580, ну, опять же, нет никаких у меня жалоб, я не шарю. Крутая ли это видеокарта, плохая, пишите в комментариях. Также про процессор будет интересно узнать. Ну а тут я не знаю, что показывать, оцените, кто шарит, может кому-нибудь это будет интересно. Я в этом ничего не понимаю, в общем, как-то вот так вот у меня выходит все. Точную цену компьютера я назвать не могу, к сожалению, потому что я его конкретно не собирал, мы уже покупали готовую сборку у компании. Цена, которая указана в названии этого ролика, максимально занижена, к ней вообще привязываться лучше не стоит. Добавил, так сказать, для вида. Ладно, думаю, с комплектующими и всеми аксессуарами моего компьютера все ясно, так что давайте-ка перейдем к самому Fortnite. Я вам покажу, как он себя проявляет в игре, потом, поверьте, здесь есть на что взглянуть. В общем, вот Fort запустился. Играю я обычно вот с такими настройками, то есть 120 кадров. Вот такие настройки графики, кому интересно, потому что на таких настройках Fortnite максимально идет без лагов, соответственно, в лете играть комфортно. Ну и вообще, я думаю, это лучшее решение конкретно для моего устройства. Ну а после того, как я ввел в ежедневный магазин предметов свой TG Automotive Car, я запускаю паблик, и сейчас мы посмотрим, как мой ПК проявит себя в самой игре. Как вы видите, никаких сбоев, стабильно 120 FPS, пинг 60, ну сейчас 40. Повезло. Лечу на автобусе, по FPS тоже все стабильно, то есть играю, в принципе, как на iPad Pro, только с клавой и мышей. Давайте, короче, отсюда летим. Ну что, ну нормально. Опять же, никаких вопросов нет. Вообще великолепно играется. Это вообще топ, знаете, вот после долгих лет того, как я играл в Fortnite на своем андроиде, даже в 60 FPS, играть на ПК вот для меня вот совершенно что-то вот немыслимое, потому что до этого я играл в Fortnite на ПК только в компьютерных клубах, и то достаточно нечасто, а именно тогда, когда я не мог поиграть в Fortnite на своем телефоне, так что для меня это все в новинку и вообще офигеть, просто жесть. Так, сейчас постараюсь специально для вас на видео кого-нибудь убить в паблике, да-да, сейчас посмотрите мой киберспорт на ПК. Поверьте мне, здесь есть на что взглянуть. Так, он первый челик. Оп, оп. Все, как вы видите, вот мой киберспорт. То есть дайте мне еще немного времени, буду переигрывать туза. В общем, займу топ-1 на World Cup 2021. Тут я уверен, без сомнений. Короче, вот, как вы видите, где бы я ни был, куда бы ни ходил, FPS всегда стабильно 120. Опять же, без просадок у меня никаких. В среднем пинг у меня 40, сейчас 35. В общем, все. То есть дайте мне время, буду тренироваться, играть на ПК, разносить всех, все комьюнити Fortnite. Уверен, ни у кого поэтому нет сомнений. Ладно, в принципе, думаю, тут больше не на что смотреть. Опять же, играть я буду на ПК не только в Fortnite, у меня также есть много других игр по типу GTA, CSGO, Minecraft даже есть. В общем, короче, так сказать, буду вливаться в геймерское сообщество, потому что до этого я был достаточно такой приземленный игрок. Ну а теперь я хочу высказаться по поводу мобильного Fortnite на своем канале. Пфф, ребят, конечно же, я его бросать не собираюсь, вы что? Я же не зря называю себя лучшим и единственным контент-мейкером по Fortnite Mobile во всем СНГ. Да и играть в Fortnite на компьютере я тоже особо не собираюсь, разве что в PvE там вибаксики пофармить. Я не вижу смысла тратить кучу времени для того, чтобы научиться круто играть на компьютере, ведь и на телефоне я неплохо играю. Да и мне со своим ютубом как-то незачем тратить кучу времени на оттачивание скилла в игре, так как ради чего, типа, киберспортсменом быть я точно не собираюсь. Ну, конечно же, разве что буду там оттачивать свой скилл ради каких-то видео, потому что как-никак я ютубер по Fortnite, и я должен хоть как-то, но играть в эту игру, потому что в последнее время я что-то как-то подзабил на Fortnite, типа, предыдущее видео по Fortnite я снимал еще до поломки телефона. Грубо говоря, надо, конечно же, оттачивать свой скилл в Fortnite Mobile, просто лень. Ну, а в том, что я приобрел себе компьютер, для вас тут только одни плюсы. Это означает именно то, что совсем скоро я уже начну нормально, комфортно
комфортно стримить Fortnite Mobile. Типа, не просто сделать запись экрана, а сделать нормальные донаты, настроить вебку, чат, конечно же, в общем, все, чтобы было по стандарту. Я в любом случае не собираюсь уходить из Fortnite Mobile, потому что Fortnite Mobile делает меня каким-то особенным. Никто на YouTube не снимает Fortnite Mobile, и я один такой, который делаю контент. Конечно же, мне это выгодно, потому что конкурентов у меня нет, и вообще, передо мной вот просто аудитория, бери, просто завоевывай. Так что беспокоиться не стоит, я стараюсь совершенствовать свой контент, вот как вы видите, сейчас у меня нормальный микрофон, появился и ПК, это означает, скоро будут стримы, и монтаж может даже будет получше, я собираюсь переучиваться на другой программе монтировать ролики. Огромное спасибо всем тем людям, которые поддерживают меня как автора в ежедневном магазине Fortnite, и не только, которые также подписаны на мой канал, подписаны на другие социальные сети, а конкретно группу канала ВКонтакте, которые смотрят видео и лайкают. Это все в сумме и дает мне лучшую мотивацию для того, чтобы продолжать что-то снимать на YouTube и совершенствовать самого себя. Пока что это все, что я хотел вам сказать. Огромное вам спасибо за просмотр. Если вы досмотрели этот ролик до этого момента и до сих пор не лайкнули, обязательно сейчас же это исправьте и поставьте этому видео лайк. Ну а по традиции, с вами как всегда был Матвей. Hasta luego.